шутить на король, на власть и так далее. Это есть один элемент цивилизации во Франции. Второй момент. Появится Вольтер в 18 веке, который даст совершенно новое такое, новое движение вот, в свободу слова, когда он говорит, что вот я готов умереть за то, что вы смогли говорить то, что вы говорите. И в этом случае... Хотя я с этим и не согласен. Да. Я не согласен с вашей точки зрения, но готов положить свою жизнь, чтобы у вас была возможность ее высказать. Это он один раз сказал. А потом всем голову отрубали. Кто